Легион здесь, дорогие друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поиграем в Super Factory. Это у нас новая игра, которая вышла вчера, ну для вас позавчера. И я так понимаю, это кликер, но тем не менее, давайте все-таки посмотрим, что это за кликер. По крайней мере, он меня заинтересовал и может быть заинтересует вас, чтобы вы могли его поиграть, когда нечего делать или находитесь в пути. Ну, в общем, вы поняли. Вы, я думаю, и сами знаете, для чего вообще кликеры существуют в этой... игре, хотел сказать. Но нет, не в этой игре, а в этом мире. Чисто чтобы убить время. А, игра на английском, а мой английский прям, ну, вообще ни о чем. Но я, конечно, постараюсь что-то как-нибудь перевести, так что... Да, если что-то будет не так, то давайте тут не надо мне наговаривать, что... Легион дурачок не знает английский. Я и без вас знаю, что я не знаю английский. В общем, ты опоздал на 2 секунды, не забывай, что время — это деньги. Не переживай. Много текста и непонятно. Сейчас. Типа ты можешь наконец начать контролировать всю эту фабрику для меня. Я имел в виду для компании, как говорит наш товарищ. Это... Что-то там... Что связано с продукцией. Ладно, короче, давайте просто посмотрим, что из себя игра представляет без какого-либо перевода. Это все-таки кликер, и здесь сюжет и всякая прочая хрень далеко не на первом месте. Повторяется ситуация, как была с... гитарной девушкой. Но только там надо было прям обязательно читать, потому что на этом завязан геймплей. А здесь это уже не обязательно делать. Так, он отправил бананы на конвейер и получил у нас туфли. Как? Не ясно, но получил. Типа, он нам теперь нам предлагает это повторить, да? А, нет. Забрать. Отправить на упаковку. Получается, оно все это дело пакует. Маленький человечек хватает коробку с упакованным товаром и отправляет его в грузовик. Окей. Так, прокачиваем. И что это нам дает? Так, я это прокачать не могу, но окей. Значит, мы запускаем бананы. Делаем вот так вот все. А, то есть раньше времени нельзя, да? Окей, я понял. Тогда еще раз отправляем это вот сюда. А, потом он сейчас туда поедет. А, теперь в посылке. Теперь в коробке все это дело. Сейчас человечек его отнесет и отправит. И у нас будут деньги. Да, вот. Мы прокачались. Что это такое? А, ну это мы все автоматизируем, я понял. Неплохая музычка, я хочу сказать. Очень даже неплохая. Так, нанимаем еще сюда человека и еще сюда человека. А, в какой-то мере мы ускорили, я так понимаю, процесс. Так, у нас появилась еще одна линия конвейера. А, бесплатно. Что это у нас? А, ну это буст. А что здесь? А, ну это мы как раз-таки бусты юзаем. И все, нас отправили в свободный путь. Нет, так, это реклама. Реклама нам не нужна. Реклама это не для нас. Так, ставим еще одного человечка. А это ускорение, так понимаю, да? Да? Или не да? Не ясно. Так, что здесь у нас есть? Если мы это прокачаем, мы будем получать больше денег, я так понимаю, да? А, здесь написано, что меняется. Так. Скорость загрузки, перемещение. Ну, не сказал бы, что оно мне прям сильно так надо, он вроде бы и так неплохо передвигается. Я думаю, надо прокачать вот это сначала. Так, мы получили супер кэш. Но пока нам это дело не нужно, я еще не знаю, зачем оно вообще надо, но оно пока что нам не надо. А, давайте-ка прокачаем вот этот конвейер. Вот. А, этот конвейер у нас... Ну, давайте его тоже прокачаем. До 10 уровня. Потом... А я могу этих людей качать?
Так. Я могу заменять их. Я понял. Ну-ка, что это делает? Ну, я бы, скорее всего, понял, что это делает, если бы я читал хотя бы чуть-чуть описание. Но я его не читаю, так что... Да. Так что да, да, да. Так, давайте тогда это тоже прокачаем до 10-го. И пусть оно пока будет. А, что тут? А, ежедневный бонус есть. Ну-ка, дай. Суперкэш. Что на эти суперкэш надо покупать? Точнее, можно покупать. А, ну то же самое, все это можно покупать, но это, видимо, чтобы просто упростить свою задачу. Вместо того, чтобы копить огромное количество денег, можно просто купить за суперкэш, все это дело. Ага, суперменеджеры. Бесплатная гача. Ага. Так. Добавляем суперменеджера. И ничего не поменялось. Ладно, покупаем еще один конвейер. И что теперь? Что это? А, это типа бесплатный конвейер или... Или что? Ну я говорю, если бы я читал, я бы скорее всего понимал, что и как, но... Я этим делом, как бы, да, не занимаюсь. Сколько? 1050 суперкэшей, чтобы... Открыть еще одну гачу? Ты что, охерел? Ну да, я молодец, я нажал на рекламу зачем-то. Короче, здесь получается надо делать вот так. И поставить его сюда. Не пон. Ну, поставь его. Вот, так бы сразу. Так, у нас, в принципе, все по 10 уровню. Я думаю, давайте все эти бусты активируем. Нам все-таки какая разница-то? Ролик-то на один раз, так что, да. Гулять так гулять. Непон. В смысле мне денег не хватает? Ты охерел там? А эту хрень как-нибудь можно еще одну купить? Он просто как бы это, не успевает немного. Ну как немного? Вообще не успевает. Или там, не знаю, какое-нибудь ускорение может есть? А, вот он начал отправлять все это дело. Там два человечка у нас бегают, которые несут наши баблишка. Давайте, давайте, отправляйте. Да блин, нам все равно не хватает. Серьезно? Серьезно? Офигел, что ли? Так, я понял. Надо, значит, прокачивать вот эту вот штуку сначала. Потому что она очень долго катается. А, и здесь не могу... Макс могу? А, это тебе на максимальное количество денег. Окей, я ее прокачал, и она чуть-чуть быстрее начала кататься, да. А, теперь, значит, качаю вот этих вот ребят, чтобы быстрее бегали. А чего вы без коробок бегаете? Вы что, херели, что ли, там? Не понял сейчас юмора. А, это я не могу активировать. Хорошо. Но это был буст для вот этих вот товарищей. Я его пока не могу активировать. Что у меня еще тут есть? Что оно мигает? А, ну типа бесплатный сундук. Не, спасибо, но не надо. Так, все дальше мы продолжаем качать вот это сначала. Так, нужен буст. Какой я буст могу поставить? Никакой. Класс. А, так, на максимум качаем, чтобы все двигалось быстрее. Потому что, в принципе, в плане производства у нас всего хватает. А вот в плане, как бы, распространения товара нам не хватает. Это чё? А. Не, нам такое не надо. Давай, уходи отсюда. 24 миллиона на еще одну линию конвейера. Но, блин, это все равно не то. Они слишком медленно работают. Причем работают медленно именно вот эти вот ребята. Поэтому качаем их еще. А, теперь их трое стало. То есть они не ускоряются, там просто прибавляется количество ребят. Серьезно? Ой, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну давайте еще тогда дальше качать. Потому что конкретно вот эта вот машинка, она в принципе справляется со своей задачей. Больше всего задерживают именно вот эти вот ребята.
А, уже не задерживают, кстати. Теперь они справляются быстро, а машинка нет. Ясно, опять качаем машинку. Качаем. Прям, правда, чуть-чуть, но ладно, тоже неплохо. Так, буст для машины кончился. Это плохо. Это очень и очень плохо. Ой, это что там было? А, они ускоренные, блин, я такой смотрю, типа, чего это так быстро прилетает? Они просто ускоренные. Все, вопрос снят. Так, я пока ту хрень не могу прокачать, тогда будем качать то, что я могу прокачать. А именно буду качать вот это. Тау, я понял, убери. Так, 17 уровень. Ну, знаете, как обычно в эти игры играют? Качать надо то, на что хватает. Вот мне хватает вот на это, оно самое маленькое по уровню, поэтому качаю вот это. 66 уровень, ни хрена себе прокачался. Не, ну в принципе оно понятно, почему оно так. Потому что это самый первый... как это вот сказать? Блин, я забыл слово, как оно правильно называется. Но в общем это самая первая... линия работы, скажем так, ладно. Я просто реально забыл, как эта хрень правильно называется. Вот, поэтому она качается очень дешево. А вот эта вот 9 уровня, она как бы уже 4, поэтому она, во-первых, дает больше денег, чем вот эта вот самая первая. Хоть она 66 уровня, но и при этом она качается дороже. Вот я могу сейчас ее прокачать. На один уровень, правда. Но это тоже ничего, я считаю. Один уровень тоже хорошо. Качаем это на 36 уровень. Так, теперь я могу прокачать это, но я пока не буду качать, я немного подожду. Прям самую малость подожду, а потом прокачаю. Блин, они слишком быстро уже начали таскать эти деньги. А денег по факту я пока получаю все еще мало, потому что, видите, всего собираю по 4 миллиона. Ну, почти 5 миллионов, ладно. Поэтому пока я не буду все то качать, буду качать именно эти вот комбинаты. Почему? Ну, потому что они как бы дают денег, логично же. Я считаю. Так, это я прокачал. Давайте сейчас еще немного подождем и прокачаем вон тот, который 17 уровня. Пусть он тоже дает чуть-чуть больше денег. Так, этот с бонусом мне не нужен, потому что там надо смотреть рекламу. А рекламу мы смотреть не будем. Нахер оно нам надо вообще? Неясно. Блин, вот по 4 миллиона, это мало. Это очень-очень мало. В тот раз было почти 5 миллионов. Это мало. Давай быстрее. 3 миллиона, нихера. Ну, вот видите, да? 152 тысячи всего лишь. Я не считаю, что это прям супер много. Я считаю, что это супер мало. 304 тысячи. Но уже неплохо, ладно. Уже лучше, но все равно не то. Вот прям вообще не то. Так, ну, в принципе, как я уже сказал, этот ролик на один раз, поэтому гулять так гулять... Давай. А, так, нам нужен теперь менеджер сюда. Все, он появился. Сколько теперь дает вот это вот самое у нас? Ускоряем его, и он нам дает 3 миллиона за первый уровень. Я считаю, неплохо. Но и расширяться нам, в принципе, уже некуда, потому что, видите, здесь надо как бы уже покупать расширение и ждать целый час, пока он построится. А мы час ждать не будем, как я сказал. Ну, в принципе, как я сказал. Сейчас мы точно ждать не... Блин. Сейчас мы точно ждать не будем, потому что у нас ролик на один раз. Потому что это кликер, а играть кликеры постоянно и записывать по ним ролики, это... Ну, не особо интересное занятие. Чисто вот один ролик, чтобы посмотреть, это, конечно, сойдет. Но. Записывать постоянно кликеры, это вообще прям такое. Прям очень и очень такое. Крайне сомнительное дело, я считаю. Так, это все мы дело ускоряем. Просто потому, что мы это можем сделать. Так, ты собрал... О, 460 миллионов я успел собрать? Ни хрена себе, какой я молодец. Ну, я молодец, да, я опять случайно рекламу запустил. Но мы можем, кстати, это купить расширение за зеленые кэши. Капец, почти 1000 кэшей, серьезно? Не, у нас кэша есть, мы, конечно, будем их тратить, почему нет? А кто нас остановит, как говорится? Ни хрена себе, это что такое? Это типа... ветка прокачки? Серьезно? Здесь и такое есть?
Не, ну вот это уже годно. Нет, тут прям реально, это уже годно. Потому что я люблю игры, где есть такая вот... хотел сказать ветка, но не ветка. Деревья прокачки. Потому что такие игры реально становятся интересными. Потому что ты вот смотришь, ты можешь какой-нибудь навык себе прокачать, и у тебя что-то будет как бы получаться лучше. Или ты, например, что-то научишься делать, как, например, вот здесь. Вместо обычных каблуков мы сможем готовить себе... компьютеры, футбольные мячи, да-да, готовить. Потому что мы же из бананов эту всю хрень делаем, правильно? Правильно. Так что, готовить. Так, а что здесь? А что это? Это мне не надо. Что это? Что это я открыл? Я понял. А можно мне обратно на мою фабрику? Я просто не хочу. Как бы... Это вторая фабрика. Я не хочу этим заниматься, серьезно. Потому что это прям, ну, надолго. Типа, прокачивать две фабрики одновременно. Ну, типа, да, чтобы не было скучно, но... Ну, блин, серьезно. Нет, давайте я не буду заниматься конкретно этой фабрикой, я вернусь на нашу старую фабрику и буду пока что делать, ну, уделять внимание ей. Потому что, серьезно, заниматься еще второй фабрикой с нуля, ну это прям впадлу мне. Тем более в этом ролике. Типа, будь, ну точнее не будь, если бы я играл сам в это, то может быть бы я даже и... Как бы позанимался той фабрикой-то, но я не хочу. Я не буду ею заниматься. Это долго, это неинтересно. Ну хотя ладно, может быть интересно, потому что что-то новое может быть, но все же. Ну и тем временем, кстати, у нас все. У нас все, у нас кончились кэши. Давайте посмотрим, сколько будут получить, сколько будут нам давать денег вот эти вот 7-8 стадии. 90B. Серьезно? Нормально так поднялись. Неплохо, я считаю. Так, вот теперь имеет полный смысл прокачивать вот это. Чтобы оно двигалось еще быстрее. Потому что денег у нас стало резко много. А эта хрень двигается медленно. Так, а я сейчас посмотрю на этих дурачков, они будут быстро двигаться или нет? Так, я не понял, почему только 41 миллион? Так, слежу за ним. Слежу за ним. А чё он к этим тогда не поехал? А, он перегружен. Все, я понял. Я все понял. Он перегружен. Но оно, в принципе, неудивительно. Коробки-то не помещаются. Это очень и очень плохо. Ладно, качаем дальше. А, не понял. 23. А. Все понял. Все понял. Так, теперь надо качать этих дурачков, потому что они очень долго таскают. Надо еще быстрее. Потому что денег сейчас будет реально очень много, и надо как-то это все дело ускорять. Не, ну типа денег у нас теперь в достатке, но зато, блин. Наши товарищи, которые занимаются доставкой и отправкой, не успевают со всем этим справляться. Вот прям вообще не успевают. Так, сейчас подождем, пока он вернется еще раз, и, ну, хотел сказать, отправим, а прокачаем его еще. Ну, немного еще посмотрим, как это все дело происходит тут у нас. И, в принципе, мы на этом закончим. Здесь уже Т пошло. Нихера. Дорого-богато, я считаю. Так, машинка теперь вообще прям гоняет. Очень и очень быстро гоняет. Это прям отлично, я считаю. Прям очень и очень хорошо. Блин, а есть ли такой вариант, что у меня сейчас просто станет производство из-за того, что... Ну, точнее, не производство, а именно отправка товара чисто из-за того, что там просто места сейчас не будет хватать. А, они все коробки уже перетаскали, ладно. Понимаю. Быстро они все-таки с этим справились. Очень и очень быстро. Ну, хорошо. Так, качаем еще дальше вот это. Давайте, думаю, еще минуток
5 поиграем, потому что вот уже пошло дело, уже прям реально становится интересно, потому что пошло дело, прям все вообще балдежно. У нас прям все, производство пошло, поехало, баблишка делается. Так, сейчас бус откатится, мы еще бус заюзаем для вот этих вот товарищей наших, которые таскают коробки. Так, качаем их и юзаем буст для них. Конечно, что смысл буста я не знаю, потому что здесь все на английском, а я с английским не дружу, хотя надо бы. Но, ладно. Довольствуемся тем, что имеем, так сказать. Так, давай-давай, доезжай. Ну, хотя ладно, давайте не будем больше сидеть. Потому что, ну, в принципе, это все. Мы сейчас просто будем сидеть, прокачивать вот это, прокачивать тех дурачков, которые таскают коробки. И все. В принципе, на этом весь геймплей у нас и закончится. Так что, да. Ну, я считаю, это вполне неплохой кликер, как и гитарная девушка наша. Если кто не видел, можете найти ссылку на ролик в описании или просто перейти в плейлист, во что поиграть. Ссылка также на него есть в описании, если что. Но так прям реально годный кликер, прям вот реально годный. Я бы с радостью его поиграл, но у меня даже времени просто поиграть или даже просто ролик записать не хватает. Так что вот, да. Ну, в общем, если вам не во что будет поиграть в пути или еще что, то вот прям реально выбирайте эту игру. Она выглядит прям вот отлично. И если к ней будет прям такой высокий интерес, я думаю, разработчики еще и русский язык запилят. Прям... Я думаю, да, запилит. Но утверждать, конечно, не думаю. Что сказал, сам не понял. Утверждать, конечно, не буду, но я думаю, что они русский язык сделают, если будет там прям такой вот интерес у русского комьюнити. В общем-то, на всякий случай ссылку на игру я оставлю в описании, но если что, вы можете ее сами найти в поисковике Play Market. В общем, все. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, которые все вижу, читаю, лайкаю и, конечно же, на них отвечаю. Ну а также не забывайте присоединяться к моему Discord-каналу, где вы можете найти все новости, связанные с каналом, с роликами, со стримами, да и со всем остальным, в принципе, тоже, да и вдобавок еще можете даже пообщаться. Хотя, как пообщаться, там актив вообще никакой, я, в принципе, даже не удивлен, честно сказать. Но неважно. Главное, что там публикуются новости, связанные с каналом. Все. Теперь вот прям точно все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах.